Московский ордена Трудового Красного Знамени локомотивно-ремонтный завод. Выполняя решение 26-го съезда КПСС, здесь многое делается для улучшения оборонно-массовой работы среди молодежи, активного привлечения ее к овладению техническими и военно-прикладными знаниями и навыками, для развития спортивно-технической базы. И как награда за это, первое место в социалистическом соревновании московских коллективов оборонного общества. Для многих молодых рабочих завод стал как бы вторым домом. Закончив службу в армии, они возвращаются в цеха, как, например, слесари-электрики Владимир Баринов, Иван Грехов. Еще до призыва они занимались заводской секцией снайта. Навыки, полученные здесь, пригодились им в армии. Демобилизовавшись, они продолжают с увлечением тренироваться в тире. Под руководством опытных тренеров техникой стрельбы овладевают и молодые ребята, которым еще предстоит служба в армии. Еще один демобилизованный воин – Виктор Соболев. К водным видам спорта Виктор приобщился еще до службы на флоте и сохранил эту привязанность, вновь став гражданским человеком. Для любителей высоких скоростей организована секция «Мотор». Опыт, приобретенный здесь, будет полезен будущим воинам. В активе заводского коллектива оборонного общества победы в спортивных соревнованиях, походы по местам боевой и трудовой славы советского народа, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. На заводе стало доброй традицией у вечного огня славы торжественно принимать в рабочую семью молодых рабочих, учащихся подшефного ПТУ. Так живет и трудится один из тысяч низовых коллективов Всесоюзного оборонного общества. Полковник в отставке Иван Степанович Семиохин. Заслуженный работник культуры РСФСР, член редколлегии, редактор отдела газеты «Советский патриот». Иван Степанович – один из ветеранов легендарной 18-й армии. В годы войны работал корреспондентом в армейской газете «Знамя Родины». Вот таким был он, когда вслед за десантниками высадился на Малой Земле. Новороссийск. Каждая улица, каждый дом знакомы ветерану Малой Земли. Здесь пролегла его огненная фронтовая дорога к победе над фашизмом. Уходят годы, десятилетия, но те дни, ставшие легендой, всегда рядом. Мы, дорогие друзья, с вами в здании Дома культуры цементного завода. Как видите, он полностью разрушен. Здесь проходил передний край. Теперь это здание – памятник великого подвига воинов нашей доблестной Красной Армии. Высадка непосредственно была в этом месте. Отряд морской пехоты под командованием майора Конникова рванулся и стремительно пошел захватить берег для высадки основного десанта. Здесь все гремело. Если вам сказать, как переживает непосредственный участник, то очень трудно. Ты знал одно, что надо только вперед. И матросы рванулись вперед под непрерывным огнем врага. Захватили берег. За ним начинались высадка войск, десантных войск 18-й армии. В результате стремительных атак был захвачен берег, а затем расширен плацдарм и постепенно захвачен вот этот пятачок, так называемый Малая Земля.
Немцы любой ценой пытались удержать, потому что они знали, что это десант высаживается для того, чтобы нанести удар с тыла. Солдаты, сержанты, командиры, политработники героически сражались за каждый клочок земли. Иногда спрашивают, как мог наш солдат, советский человек выдержать это, а потому удержали наши солдаты здесь клочок земли, что это были патриоты советской родины, что не знали, защищают родину и страну. Иван Степанович Семиохин, соавтор книги о героизме воинов 18-й армии на левом фланге. Тепло отозвался об этой книге его однополчанин в те незабываемые годы, начальник политотдела 18-й армии Леонид Ильич Брежнев. За плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи группа работников ДОСААФ награждена орденами и медалями Советского Союза. Их вручил председатель ЦК ДОСААФ СССР маршал авиации Покрышкин. К боевым наградам ветерана прибавился и орден Трудового Красного Знамени за труд в мирные годы. В Минске состоялся 30-й чемпионат Европы по автомодельному спорту. Он впервые проводился в нашей стране. В нем приняли участие 93 спортсмена из 8 стран. Большие соревнования – это не только состязания, но и знакомство с городом, где они проводятся, с памятными местами. Так было и на этот раз. Участники чемпионата почтили память безвинно погибших детей, женщин, стариков Хатыни, уничтоженной фашистами во время Великой Отечественной войны. А потом начались спортивные будни. Каждый день соревнований стал праздником, ибо были улучшены все мировые и европейские рекорды. Участники в последний раз тщательно проверяют, как подготовлена модель к старту. Тут мелочей нет. Судьи придирчиво измеряют модели, взвешивают их. Состязания проводятся по нескольким классам. И вот первые старты. На стальной нити, корде, модель разгоняется по кортодрому. Наступает самый ответственный момент для спортсмена. Надо не пропустить мгновение, когда модель достигнет наивысшей скорости. Включить счетчик и электронное устройство точно определит скорость на 8 зачетных кругах, равных 500 метрам. Останавливать модель можно только так, веником. Одним из претендентов на победу был чемпион мира Гуальтьеро Пико из Милана. Его модель развела огромную скорость – 306 километров 246 метров в час. Но для победы этого оказалось мало. Модель инженера-механика из Парижа Селестина Дюрана была еще быстрее – 308 километров 747 метров в час. Он и стал чемпионом. Это в классе тяжелых моделей. А вот в классе средних моделей отличились наши спортсмены. Маленькая машинка пронеслась по кордодрому, к слову сказать, признанному зарубежными гостями одним из лучших в мире, с фантастической скоростью 260 километров 869 метров в час. Мировой рекорд улучшен на 1 километр. Чемпионом Европы стал Владимир Дорфман. Второе и третье места заняли его товарищи по команде Вячеслав Купленов и Сурен Чилиджан. Победа в этом классе полная.